О, гляди! Он проснулся. Эй, эй, хорош ворон считать! Надо провести его в город, пока комендантский час не настал. Успокойся, парень. Нам нужно довести его до часовой башни, и все будет шито-крыто. Куда телегу везете? Столмаркет, в булочек. Говноед, я тебя, что ли, спросил? А? А ну, вали! Чертовы попрошайки. Я прям по старой страже скучаю. Голоса! Остановите кошмары! Мрак совсем людей одолел. Везде, кроме Олдейла. С этим надо что-то делать. Да на нас им всем начхать, парень. Ты это скоро поймешь. Его волнует только прогресс. Вот тебе нужно еще больше этих чертовых труб. Эй, там на ящике! Хватит! Хватит? Это ведь не еда для голодных, не лекарство для больных. Эй, ты! Думаешь, тебе хорошо, потому что твоя работа ковырять дерьмо для богатых? Барон на каждого набросит петлю, но грядут перемены. Орион изменит наш город. Барон сгинет в огне. Увидите! Видите? Они боятся правды! Не высовывайся! Эй, ты! С кем это ты говоришь? Беги! Стоять! Надо все обдумать. Не дай ему уйти! Слушайте! Слушайте! Ворота предателей закрыты до утра по указу барона! Кажется, я слышу какой-то шум. Я это тоже слышал. Они, чтобы я тебя видел. Сходи, проверь. Я ничего не слышал. Устал, наверное. Там крадется. Ладно, черт с ним. Показалось. Oh.
Если все делать правильно, коготь не шумит. В руках Эрин эта штука шумела куда громче. На цену этой маски с каменьями можно год кормить целую ораву голодных слов. Смотри, не подхвати совесть. Это опасная болезнь. Можно срезать дорогу через ювелирно. К тому же эта маска выглядит интересно. Каждую ночь один и тот же кошмар. Кофейные зерна жевать. Да уж. Вот бы чашку кофе. Как отзвоним? Пьем в участке? А ты знаешь таверну, где стражникам не будут плевать в кружки? То, что сейчас называют пивом, это уже не испортит. Если зазеваюсь, крыса сожжу. Крысы повсюду. Кажется, у меня зуб шатается. Охраны мало. Живет он наверху. Украсть ее будет несложно. Так, посмотрим. Кузен, это письмо наверняка пополнит груду неотправленных бумаг, киснущих под дождем в верхнем городе. Будем надеяться, что нет, ибо мое деликатное предложение может обогатить нас обоих. Печать еще не готова. Я остановился обогатить обоих. Поэтому для мадам я сделал позолоченную копию в обрамлении изысканного стекла, подходящего сутенерше. Неделя с лишним прошла, и ничего. Боги на пороге. Может, сегодня что-то случится. Стер себе пальцы в кровь. Да-да-да. Оригинал стоит огромных денег.
Я буду держать его при себе в мастерской, пока вы не найдете покупателя за пределами сего. Подделка и оригинал. Отличная афера, Лайгрув. Спасибо, что все записал. Тоска в этом городе. Перелезть через ворота. Скорее бы все это закончилось. Косит только уличный сброд. Ненавижу это ублюдочное птицу. Сходит с ума от каждого шума. Будь у меня такая дамочка, моя кровать бы не остывала. Это я возьму. Красота-то какая. Я бы прикарманил кое-что, но мне нужна работа. Если это у него на витрине, что же под замком? Я видел, как сюда заглядывали стражники. Пусть не обольщается. Может, проверить, как там его женушка? Thank you.
Это подделка Лайгрова, но подделка высшего класса. Она дорого стоит. Боги на пороге. Рыцарь повсюду. Местный кофе воняет хуже, чем канализация. Точно знаю. Сколько ж это добро стоит? Воры поди неплохо живут. Вот бы мне горячего кофе. Это путь наружу. Но когда я спрыгну, я не смогу вернуться сюда.
Отец рассказывал, когда горел Шейлбридж, стало светло, как днем. Или так дымило, что стало совсем темно. Не помню. Это что, закоулок стражей? А я читал, что раньше город с кем-то вечно воевал. Читал, да? Вам обязательно здесь кричать? Думаете, у нас много времени на сон? О, простите, мадам, приказ капитана. Идите, говорит, под окно той бабы из Бричмаркета с такой рожей, что даже чесальщики побрезгают. Попробуйте ее рассмешить. Народ, а когда кто-нибудь в последний раз